количестве в таком. Чистые белила, разжижено до сметанного замеса. Полностью положить одни только белила на холст и проверить, достаточно ли у нас краски. Хорошо? Розовый, голубой. Получился фиолетовый. Плюс коричневый. Получился сложный цвет. Вполне сложный и вполне красивый. Именно это сочетание фиолетовый плюс коричневый очень красивое в живописи. Мы видим в центре картины, вот в этом пространстве, опять же, от того, что мы положили белила, у нас не может быть черноты, потому что белила уже не дают. У нас проходит темноватое пятно. Смотрим. Больше коричневого, больше розового. Начинаем набирать вот такие штриховательные звучики этого темного пятна. Вот такие. Пальцем начинаем тут же помогать им вот такими действиями. Вот такими. Местами оставляем напряженность краски, местами создаем мглистость. Фигура находится внятно посередине. Набираем фигуру. Штриховательно, уточняя ее цветовое настроение. Набираем. Сначала лучше заужено, чтобы потом не пришлось обрезать. Лучше потом пойти на увеличение. Набрала. Пальцем вытянешь идею стволов. Вытянешь. Давай. Штрих и пальцы. Значит, берешь всех этих ребят без белил. Плюс коричневый, да? Да. Фотки там будут на скорчении, да. И 300 долларов, чтобы до сих пор. А сколько мы должны? Ну, чуть побольше, чтобы получить целый план. Я помню, что мы купили. Уже вот с такой силой. Вот с такой силой. Под белый сначала убрала краску, потом взяла белильца. Пальчиком работаем с лицом. Берем красноту легенькую. Перемиливаем на красненькое. Вкусно. У вас есть такой комплект? Ага. Дать ему попу. Просто дать попу. Давай, очень все культурно, очень красиво, жутко красиво. Просто жутко красиво, очень. Молодцом. Это глухой черноты. Акцентной глухой черноты. Берем этих троих, которые темны. Глухо и акцентно. То есть есть у рисунка в картине вот эта глухота, которая весь рисунок собирает.
да, не хватало вот этих глухих мест. Да. Не обязательно, чтобы везде участвовала прорисовка. А где-то вообще тихо. Мутнотики поддерживаем. То есть линия касания, которая там есть, ее стараемся дать жесткой там, где она жесткая. То есть линия касания будет то жесткая, то мутная. И это будет очень красиво. Там, где она хочет быть жесткой, ты подкладываешь белило, чтобы, толкнув либо туда, мы получили тот эффект. Поправки делаешь вот таким образом, если понадобится. Все время с тряпкой общаешься, мастихином. Да, жесткости не хватало рисунка. Птица, которую ты наметила. Не птица, да? Будем птицу эту рисовать? Конечно. Ну, что это не птица? Угу. Вообще птица. Я как к лицу не приступлю, мне надо попробовать. Ну да. Ну, во-первых, его наклонить нужно было. Ты видишь, я подбородок пониже сделал. Вот такие действия, если что, осуществляем. Вот такие. Давай в таком ключе. Здесь вообще все настолько красиво, не пытайся даже повторить, что там у тебя идеально. Поэтому все игры вот здесь. И вот этот цвет немножечко ржавенький. Чуть-чуть, может быть. Чуть-чуть подсунуть. Ага, и личиком. Слишком долгое рисование предмета дает обычно серьезные искажения. Вначале он был почти такой, как надо. Но долгое копошение привело к тому, что он уже не такой, как он там есть. То есть копошливость. Сделай шарочек, ага, чтобы я имел доступ ко всей. Копошливость эту желательно сбивать. Потому что вначале был практически идеальный. Сейчас из-за того, что ты не отходишь, не смотришь. Нормальный ход, да? То есть сначала пробил, потом обчикал. Красиво, когда силуэт то мигает контрастом, то съедается контраст. Когда он весь рябой, некрасиво.
значит, должна себе обязательно заметить, что долгое копошение привело к невкусному результату. То есть лучше количество мазков уменьшить теперь, когда уже практически все красиво, уменьшить вдвое, но делать их уже только на заканчивание. Потому что как только началась эта бесконечная копошня, все, уже картина пошла портиться. Мордочку я тебе сдвинул туда вниз, ты ее опять подняла. Напрасно. Рябь этих мазочков, вот эта копошня, тоже напрасно. Ты понимаешь, жестикуляция произошла. Как здесь это произошло вначале, с шиком. А как только начинается вот эта возня, все, такая живопись перестает звучать. Ну давай. То есть они что еще иногда делают? Ну понятно, что это толстое. Значит, они иногда кладут, пишут, исходя теперь из этого. Исходя из этого пишут. Потом срывают, получается прорыв. То есть пишут, ну только более тонкий. Пишут так, как будто бы все в порядке. Потом срывают, у них есть подкладка, то есть оно продолжает мерцать, то, что они набрали. Да, поэтому вот такой. И вероятно еще вот видишь, еще складочки какие-то. Как-то, может быть, даже чуть-чуть примнут. В общем, можно валять дурака по-разному. В том числе и с помощью скотча. Например, да. Вот на раннем этапе, да, когда у нас еще все было. Сейчас есть такая проблема, как ставшая краска уже стала. Некоторые вещи не так хотят складываться, как складывались. Сочетание вот этой глухоты белого, пустой глухоты белого, с рябушками красиво. Ты немножко посъела эти вещи. Ну вот смотри, густятина. В том-то и дело, да, здесь, конечно, перебарщивать
нет смысла. Пускай такой же будет форма, только какая-то будет дороже было для пиона. Смотри, вот у тебя разруха темных, мощных темных, однородных почти пятен. То есть эту разруху я тебе второй раз уже восстанавливаю. То есть тоже. Здесь это актуально. Ну-ка, встань где-нибудь так, чтобы у тебя имел доступ. Полный. То есть смотри, вот я почти лаконичное, пустое пятно. У тебя все-таки они опять стали наполнены мелким содержанием. Рука не в продолжении рукава, а так совершенно свободно.
А там в продолжении. Смотри, в продолжении рукава, да? В продолжении рукава. Ну что, птичку будем? То есть потыкать, чтобы пятно в нем узнавалось птица и было
при этом такое полетное пятно, полетное, да? А лицо вверх? Ну, все время вверх поднимаешь. Плохо, что ты мыслишь по этой траектории. Он голову наклонил, и скрылась шея. Посмотри, там какой каскад между. Я ее третий раз поправляю. Между вот этой линией и вот этой линией. Там есть каскад, который ты все время съедал тщательно. Чтобы волосы не были такими откровенно синими, стоит туда что-нибудь подсунуть. Согласна? Уже очень они откровенно синие. И съедаешь ему идею затылка. Съедаешь ему несколько раз уже идею. Так, что у нас? Ну ничего. Угу. Хочешь все время, хочешь съесть напряженности касаний. Столько раз я тебе уже восстанавливаю напряженность касаний. Ты их все время съедаешь. То есть это твое еще пока мировоззрение.
что край должен быть аккуратным. Или замученным. Ой, красиво, кстати, сделала. Ты же видишь, я все время тебе вот эти вот тычки засовывал туда. Да? А ты все время съедал. То есть жесткость рисунка нет-нет, да должна появляться. Ну и хорошо все. Конечно. А там что лучше? Такая же. Ну вот, хорошо сделал. Ну хорошо сделал. Ну что ты хочешь? Не надо. Вынести. Глава дальше. То ли вот здесь вот, то ли тень нужно положить. Ну, может, голова и большая, но была у тебя мелкая. О, покуснее стало. Посимпатичнее. А вот это вот у вас никак не дорога не получилось? Нет. Мне только что говорят, не училась большая. О! Нормалек, да? Я бы остановился на твоем месте. Ничего не давит. Все там. А? Нет, не нимб. Это такая же напряженность.